Новая шестиполосная магистраль появится на юго-востоке столицы. Дорога длиной почти 6 километров свяжет район Южно-Портовый с Нагатинской поймой через Кожуховский затон. Она разгрузит проспект Андропова, а жители района Южно-Портовый смогут всего за 2 минуты добраться на машине до парка «Остров мечты». Главным сооружением новой магистрали стал мост длиной почти 700 метров. Его строят по той же технологии, что и мост через Керченский пролив. Железобетонные плиты поставили на сваи, которые вогнали в землю. Такая конструкция устойчивее и возводится быстрее. Пролеты моста, установленные на опоры, надвигались с берега. На текущий момент пролетное строение полностью надвинуто и составляет 320 метров. Смонтировано 6740 тонн металлоконструкции. На текущий момент выполняется демонтаж вспомогательных конструкций, а также параллельно выполняется работа по устройству мостового полотна на русловом пролете. Сейчас сооружается последний пролет. На съезде с моста установят светофор. Он будет регулировать движение автомобилей, которые едут по прямой до третьего транспортного кольца и сворачивают на второй южнопортовый проезд в сторону улицы Трофимова. С другой стороны моста дорога доходит до проспекта Андропова. На всей магистрали обустроят тротуары для пешеходов и уже построили 2 подземных перехода. Открыть движение по новой магистрали планируется уже осенью. Ольга Завершнева, Петр Цветковский, Строй Мосру.